Здесь лед тоже хороший, быстрый, хорошо держит. Всем спортсменам нравится, хорошо держит. Здесь волонтеры нам помогают. Спасибо им. Дистанция моя любимая – это 500 метров. Это спринтерская дистанция. На этой дистанции принадлежит рекорд от китайскому спортсмену Ву Дайджину. Он сейчас является рекордсменом на этой дистанции и олимпийским чемпионом сейчас является. Да, он хороший парень, мне нравится, очень приветливый, дружелюбный. На всех других соревнованиях мы общаемся. Да, очень дружелюбный парень, несмотря на свои титулы, очень дружелюбный, приветливый парень. И мне нравится, и я его уважаю. На этой Олимпиаде хочу достойно выступить, защитить честь своей страны и, конечно же, порадовать своих фанатов, болельщиков со всего мира, с Казахстана, со всего мира и с Китая. Надеюсь, меня посмотрят здесь китайские фанаты. Надеюсь, что они поддержат меня тоже. Церемония открыта, мне очень понравилось. Там яркие салюты открывались много. И сам наш президент страны приехал нас поддержать. Тоже была поддержка. Само открытие прям прошло на высоком уровне. Много волонтеров, которые хорошо готовились. На открытии разные шоу были. Там дети, даже маленькие дети выступали. Хотя, я думаю, им волнительно, но они справились с этой задачей, это было мило. Там маленькие дети на таком важном событии выступали, я был удивлен. И еще самое удивительное, что мы волновались, что на трибунах никого не будет, но трибуны, когда мы вышли, уже были полные, и это радует, потому что вот эти болельщики, зрители дают нам мотивацию, и чтобы мы хорошо выступали, нам аплодировали, это нам дает дух. Это было приятно. Деревня тоже хорошо нравится, там все условия есть, даже много волонтеров есть, которые нам помогают, потому что здесь долго находимся, можно свои вещи постирать. Есть разные виды блюд, которые мы можем в деревне покушать, поесть, выбрать там свое любимое блюдо. Есть игровые центры в деревне, где мы можем в свободное время провести, отдохнуть, расслабиться и еще готовиться к своим соревнованиям.